Паршас Бо. И идет речь про казнь последнюю первенцами. Когда Мойша, когда Всевышний сказал Мойше передать фараону, что он принесет на Египет казнь первенцев около полуночи. А почему около? На самом деле ровно в полночь Всевышний казнил первенцев египетских. Он сказал около, потому что он сомневался, если египетские астрологи смогут точно время узнать. И они скажут: о! Всевышний не сделал так, как он сказал. Потому что это очень точно знать в минуту, в секунду, когда полночь. А Всевышний знает, и на самом деле он это сделал в полночь. Но Мойша говорит около полночи. И что у нас очень вызывает большое любопытство, что очень интересно, этим эта казнь отличается от всех предыдущих казней, которые не были, там не было конкретного времени. А здесь точно время, говорит Мойша Рабейну. То есть какая-то определенная связь. Казнь первенцев и полночь. Вообще полночь, из этой стихи теперь понятно все эти сказки про полночь, откуда это все берется. Потому что действительно есть что-то такое особенное в этот момент, когда происходит Лягушка. Полночь. Лягушка. Да, да, да. И все в полночь что-то происходит, да? Mm-hmm. Теперь вот мы, благодаря этой стихе сегодня, мы поймем, что... Почему что они все содрали эту полночь? Что, какая сила есть в этот момент, полночь, что происходит? Uh-huh. Притом, опять же, вот полночь — это не 12 часов, это каждый день свое время, это рассчитывается с момента восхода солнца до захода солнца. А, вот так вот. Так день рассчитывается, и в зависимости, поэтому каждый день солнца, там меняется время восхода и захода. И поэтому полночь, оно в разное время, каждый день. Ну, это около 12 часов. Еще интересная вещь, что мы увидим в казни первенцев, что отличается от всех остальных казней. Все остальные казни евреи не должны были прятаться. Угу. Не было никаких ограничений. И казни их не затрагивали. С этой казнью Всевышний говорит, что они должны оставаться в домах. Они не должны выходить вообще из дома. И не только они должны оставаться в домах, они должны сделать знак. Они должны помазать свои притолки кровью. Они должны сделать бриз. И принести, для того, чтобы принести пасхальную жертву, и кровью пасхальной жертвы помазать эти притолки. Mm-hmm. То есть вот этих два знака, кровь обрезания и кровь пасхальной жертвы, это то, что должно было их уберечь от этой страшной казни, что в момент, когда ангел-разрушитель будет проходить по Египту, чтобы он перепрыгивал их дома. Mm-hmm. Какое обрезание? Они не сделали обрезание? Да, они должны были сделать обрезание перед тем, как сделать пасхальную жертву. Они делали обрезание перед Пасхой? Перед тем, как принести, да, Корбан Пейсах, надо было сделать обрезание. Так, вот это два схуса, которые их защищали. Ножик взять. И это то, что мы хотим понять, а почему. В чем разница казни первенцев и всех остальных казней. Так все остальные макейс, они были в основном для того, чтобы раскрыть, показать египтянам и всем вокруг, что есть Всевышний. Это не была главная цель убить и даже наказать. Это была главная цель, была даже не наказание, а чтобы Всевышний говорит, чтобы узнали, что есть Хавая, чтобы узнали, что я есть, чтобы узнали, что есть Бог. Они должны были увидеть руку Всевышнего. Для этого Всевышний делает эту казнь. И понятно, что евреи, им не надо было узнавать, они уже знали Всевышнего. И они служили Всевышнему. И поэтому была такая разница, что египтяне, они должны были почувствовать эту руку, а евреи нет. Знаете, когда как ребенок вдруг, ему кажется, что вообще он совершенно независимый. Бывает такое, вот переходный возраст, они бывают с самого маленького детства. Бывает так, в 3 года, в 4 года вдруг ребенок чувствует, что он совершенно независимый. Да, и нет ни мамы, ни папы, и все, и пошел на улицу. Так что нужно дать хороший клап в этот момент, чтобы понял, что мама тут! Мама тут! Так это Всевышний как бы дает клап египтянам не с целью убить, уничтожить, а просто дать знать: hello, я тут, я есть. Евреям этого не надо было, потому что евреи так знали, что Всевышний есть.
И только казнь первенцев, в цели этой казни было убить. Была цель именно убить первенцев, забрать всю силу египетскую. Они должны были все погибнуть. А поскольку идет речь про смерть, что цель это именно смерть, то есть это уже наказание. Там это воспитание. И в воспитании, понятно, ты воспитываешь каждого по-разному, в зависимости от того, на каком уровне человек. И ты так человеку, который знает Алфбейс, не будешь ему рассказывать Алфбейс. А когда идет речь про наказание, то здесь каждого судят, полагается ему наказание или нет. И если судить евреев на тот момент, что они так сильно упали в этом изгнании, в этой темноте, что они тоже поклонялись идолам. И тогда у ангела-обвинителя вопрос, чем отличаются эти от этих? Почему эти умирают, а этих надо спасать? Не было ничего такого, за что бы зацепиться, логически, с точки зрения логики. Невозможно было привести никакое оправдывающее доказательство, чтобы спасти еврейский народ. Все эти объяснения, типа, что ну, они в изгнании, они в рабстве, они научились от египтян, это все не помогает. На деле они поклоняются идолам, и египтяне поклоняются идолам. Если ты египтян наказываешь за то, что они поклоняются идолам, ты должен евреев наказывать за то, что они поклоняются идолам тоже. И поэтому евреи, не дай бог, должны были погибнуть. То есть в выполнении самой этой заповеди не было никаких ограничений. Все остальные казни. Все остальные казни, там был только Всевышний давал ангелу убивать только определенным способом. Или через лягушек, или через вода превращается в кровь, или когда дикие звери. Когда вот эта казнь была, то человек не мог умереть никаким другим способом. А только вот этим способом. То есть у ангела не было никакого разрешения использовать разные методы. А был только один метод, как можно было. То есть это определенное ограничение. Когда уже ангел ограничен, то это совсем по-другому. То он рассчитывает, где, кого, как убить. Ты уже должен рассчитать это. Ты не просто идешь направо-налево, всех убиваешь. А казнь первенцев это было направо-налево. Неважно, каким образом. Не было ни одного ограничения, какой смертью они должны умереть. Все подряд, в любой случай. Это был момент, когда происходит такая сила, нашла на Египет, то каждый может попасть под это, и не будет никакого разрешения между евреем или египтянином. И хотя говорится, что Всевышний сказал, что я не посылаю ангела в казнь первенцев, а я сам лично пойду наказывать Египет. Тем не менее, и Всевышний, да, различил бы между евреем и египтянином, но вместе с ним был постоянно ангел-обвинитель, который бы начал задавать вопросы и говорить, типа, почему ты этих спасаешь, а этих ты убиваешь. И чтобы, как бы, знаете, не попадаться на глаза, Всевышний говорит, сидите дома, не вызывайте, чтобы не вызывали у меня, не задавали никакие вопросы в момент гнева. Потому что когда человек гневается, ему, знаете, как вот когда под горячую руку. Когда родители, например, сердятся, если на одного из детей, а если другие дети начинают подзуживать и тоже говорить, что вот он и это еще сделал, и то сделал, то это очень-очень опасный момент. В этот момент как бы у человека разум не работает, и он под горячую руку, если он уже в состоянии наказания, он наказывает, да? Но это человек ограничен, понятно, Всевышний, он не ограничен, и у него нету таких проблем. Тем не менее, откуда-то это к нам пришло, есть это такое чувство, когда ты в состоянии наказания, и если в этот момент кто-то кого-то обвиняет, очень легко, чтобы это наказание перешло на это. Поэтому Всевышний хотел убрать все обвинения против еврейского народа в этот момент, когда он в гневе наказывает Египет. Сидите дома, не вылазьте, не показывайтесь. Но этого было мало, недостаточно. Просто сидеть дома еще нужно было, чтобы у них была заслуга, которая бы защищала их, чтобы Всевышний перепрыгивал дома их, и они не попали под эту казнь. В своих домах. Это кровь обрезания и кровь пасхальной жертвы. И объяснение этого очень интересное. Полночь. Почему в полночь Всевышний должен был эту казнь сделать? Потому что в полночь должен был раскрыться сам Всевышний. Совершенно неограниченный божественный свет, который вообще никак не связан с этим миром. И почему это именно в полночь? Потому что ночь она делится на две половинки. Первая половина ночи, когда гвура очень сильна.
когда строгость, категория строгости Всевышнего, она работает. И это когда темнота, она становится все сильнее, сильнее, сильнее. И как мы все с вами знаем, что когда человек болеет, под вечер всегда становится хуже. Или, как говорится, утро вечера мудренее. Утром раскрывается качество хеса, доброты Всевышнего. Когда к вам приходят решения проблем, и опять появляются силы, и опять настроение поднимается. А вечером, ночью гвура, она очень-очень сильная. И она все усиливается, усиливается. Вторая половина ночи начинает работать хесед. И вот этот момент, полночь, когда гвура переходит в хесед, когда происходит это соединение гвуры и хеседа, это как раз момент, что может соединить совершенно две противоположные категории. Доброта и строгость, которые вместе не соединяются. Это только сам Всевышний, который выше всех ограничений. Он может соединить хесед и гвуру. И поэтому вот этот момент, это буквально доля секунды, когда хесед с гвурой соединяется в полночь, это только потому, что в этот момент раскрывается совершенно неограниченный свет Всевышнего. Выше времени полностью, выше всяких ограничений категорий. И поэтому способно произойти вот это соединение гвуры и хесед. И когда сам Всевышний раскрывается, который совершенно выше всякой логики и всякого разума, тогда происходит такой момент, как это произошло в Египте, что Всевышний говорит: меня не волнует ваша логика и ваши все установки, почему я этих наказываю, а этих нет, а этих спасаю. Потому что я люблю Якова, потому что я люблю еврея, потому что это дети мои. А нелогично, понимаете? Любовь, она нелогичная. Человек, когда любит, он делает вещи совершенно нелогичные, вещи, которые совершенно не имеют смысла. И вот когда раскрывается сам Всевышний своим божественным неограниченным светом, который выше всех ограничений, выше всякой логики, ему не нужны никакие причины, чтобы одних наказать, а других помиловать. Только потому, что он любит, поэтому он дает жизнь. Это то, что говорится, ведь Яков и Эйсов, они братья. Почему? К ним разные отношения. Всевышний говорит, потому что я люблю Якова. И все. И не нужны никакие доказательства. То есть в данный момент иногда Яков, то есть еврей, иногда ведет себя как Эйсов. Так почему ты Эйсова судишь строго, а еврея ты не судишь строго? Я его люблю. Такое качество Всевышнего раскрывается, которое совершенно выше всякой логики, всякого смысла, всякого понимания. Но любовь, то есть Всевышнего любовь, она в этот момент была раскрыта. В момент казни Египта светила самая сильная любовь Всевышнего. Сущностная любовь к еврею. Просто к еврею, потому что он ребенок Всевышнего, потому что суть еврея связана с сутью Всевышнего. Но для того, чтобы эта любовь раскрылась на деле, нам надо было, требуется от нас какая-то работа. Как мы знаем, что со Всевышним ничего не бывает бесплатно. А это только в Египте бесплатно, в рабстве бесплатно. Рабы... Им да бесплатно дают хлеб, бесплатно дают одежду. А Зохонвей – такая жизнь, да? Но зато бесплатно. Если ты не раб, у тебя ничего нету бесплатно. Если ты со Всевышним, то ты все должен заработать. И хотя Всевышний дает совсем не в соответствии с нашими усилиями, он не дает нам точно столько, сколько мы заработали. Он нам дает гораздо-гораздо больше, неограниченно совершенно. Но чтобы начался этот процесс давать нам неограниченно, мы должны сделать свое минимальное усилие снизу. Знаете почему? Потому что, чтобы стать сосудами для его любви. А это очень важный момент. Если, например, вам показывают любовь, вы к этому не готовы, не знаю, этого человека вообще никак не воспринимаете и не ждете, и вам это не нужно, то эти чувства любви, вы не будете сосуда для этого, вы не сможете это принять и порадоваться этому, и ответить на это, и почувствовать какое-то наслаждение вообще от этого. Вы должны подготовиться к такому моменту. Кстати, одно из объяснений, почему есть некоторые женщины, которые, я помню, читала всякие комментарии к обсуждениям про законы семейной чистоты, и как они некоторые говорили, что такая жаль, такой у них был комплейн ко Всевышнему, что такое, почему там женщины должны готовиться к интимной близости, они столько должны сделать. А ему не надо, пришел, все, он готов, вообще ничего не надо, да? А она здесь целый день занимается подготовками. И на самом деле они не понимают, как Всевышний это делает ради них самих, ради женщин.
Вы представляете, к вам подходит кто-то вот так, ни с того ни с сего, не кто-то, даже муж ваш подходит ни с того ни с сего, это всегда отталкивает. Всегда отталкивает. Ты не готов, ты в середине дел, у тебя проблемы, ты с детьми занимаешься, тебе вдруг бац, вот, у тебя никакого нету творческого настроения. Совершенно. Творческого. Нет? Нету? Ты не можешь вот так вот вдруг выйти из этого круговорота всего и расслабиться. Это невозможно совершенно. Нужна подготовка, потому что, чтобы принять любовь, ты должен быть сосуд для этого. Как у них, так Всевышний, все? Так Всевышний, это они дают, а мы принимаем. Это большая разница. Давай, когда ты даешь, ты, вот ты придумал, например, вот ты хочешь кому-то дать подарок, а человек вообще не готов для этого подарка. Да. И ты приходишь к нему с подарком, вообще не понимаешь, что ты здесь делаешь, зачем тебе этот подарок. И к чему этот подарок вообще? Надо приготовить. Поэтому я говорю, сюрпризы, они очень опасная вещь. Да. Потому что если человек не готов к этому, то, то это вместо радости может принести не то чувство. Надо подготовить. Надо сделать, даже если делать сюрприз, то надо сделать таким способом, чтобы человек немножко догадывался и примерно представлял. То тогда это он готов, и ему приятно. А вот так сюрприз, на самом деле сюрприз, это люди, мне кажется, просто играют, когда они типа, ой, я так это... Всегда сюрприз, по-моему, ассоциируется с негативными чувствами. Ни с какими положительными не может ассоциироваться, если по-настоящему это сюрприз. Если они догадывались, то это приятно. Ты знаешь, вот тебе что-то там готовят, и ты такой довольный, и ты примерно знаешь, что... И более того, они знают тебя, и не знают, что тебе понравится, и как тебя обрадовать, и ты примерно представляешь это, то это очень приятно. А когда вообще совершенно нет, как снег на голову, и вообще люди не знают, что, и вообще совсем не то, что ты хотел, да, то это такое разочарование, это непонятная вещь совершенно. И здесь Всевышний хочет подарить евреям любовь. Мы в Египте. Он хочет раскрыть свою сильную любовь, совершенно неограниченную. Любовь к нам, без всякой причины, к нам, когда мы так низко опустились на 49-й уровень чистоты, еще на один уровень, и уже нету нам спасения, да? И вот этот последний момент Всевышний хочет нас спасти, чтобы показать свою любовь нам, как Он нас любит. Вы понимаете, мы не сосуды. Принять эту любовь и даже получить наслаждение от этой любви. Мы уже в таком состоянии, когда любовь не помогает. Знаете, когда человек очень себя плохо чувствует, и кто-то ему показывает любовь, он просто не верит, что его любят. И эта любовь, она не принимается. Поэтому Всевышний сказал, вы должны приготовиться, Гаис. Должны сделать что-то для меня. Как приготовиться к любви? Как приготовиться получить что-то? Ты получишь что-то гораздо легче, если ты до этого что-то дал человеку. Тогда ты не чувствуешь вину, стыд, унижение. Ты чувствуешь, что тебе это полагается, потому что ты до этого только что дал что-то человеку. Как ты помог ему. И когда он приходит к тебе с подарком, после того, как ты ему помог, it works. Ты ему должен быть благодарен, а с другой стороны, тебе это вообще не нужно. А с третьей стороны, вообще ты сейчас был в таком, например, состоянии, не одет, дом не готов, что тебе этот подарок, как, ты не хочешь никого, чтобы сейчас видеть их, чтобы к тебе приходил в дом. А тысячи таких вот моментов, которые мешают. Но если ты с этим человеком, у тебя была связь, и ты что-то сделал для него особенное, и он к тебе приходит с подарком отблагодарить, это ты веришь в это. Ты веришь в это? Ты веришь в чувство любви, ты веришь в этот подарок. И это действительно помогает вам коннект. И вот так сделал Всевышний. Он не мог просто... Его было страстное желание раскрыть всю свою любовь нам и подарить ее. Но он там мудрый, он источник всей мудрости. Он знал, что мы с вами не воспримем этот подарок. И поэтому он сказал, сначала сделайте для меня что-то. Вы сделаете для меня, и вы станете сосуды. И это то же самое, почему Хашем дал нам эту мицву миква. Это самая большая вещь, которую он подает. Это подарок, который он нам дал. И женщины не могут понять, что почему надо трудиться и столько вкладывать труда. Для того, чтобы почувствовать, что они что-то сделали для своего любимого человека. И теперь они готовы принять любовь, принять это, поверить в это. И получить наслаждение и кайф
а от этой любви, а не воспринять это как непонятно, что на тебя, как долг, который ты должен делать непонятно для чего. Если бы этого не было, вы представляете, это как вот в нерелигиозном мире отношения. А в начале, когда парень с девушкой встречается, и когда у них страсть, это все, у всех идет хорошо. Когда это неожиданно и спонтанно, это им не мешает. Но как только это превращается в быт, и это причина, почему никто не может удержать, не то что семью построить, ты даже не можешь иметь бойфренда на какое-то долгое время одного и того же. Потому что как только проходит вот этот вот, это наслаждение, просто потому что это новый человек, и ты еще не привык, и ты еще весь excited, как только это проходит, потом все бесит. И все раздражает. И он ни с того ни с сего хочет быть с тобой. А ты в этот момент ничего не хочешь. А это так вообще несправедливо, такие отношения неправильные. И это то, что Всевышний сделал. Он подарил нам этот подарок. Он дал нам такую возможность что-то вложить, что-то сделать. И таким образом мы настраиваемся уже на любовный момент. Потому что когда мы даем, вот тогда мы начинаем любить. Я как раз недавно слышала от Рабби Тверского, он очень классно сказал. Он говорит, вы думаете, что люди дают цдоку тем, кого они любят? А нет, говорит, все наоборот. Кому они дают цдоку, вот тех они начинают любить. Это как работает? А не наоборот. Да. Если вдруг человек, да, вдруг пробудился, что вот он должен дать цдоку, он дал, вот после этого он начинает вас любить. Потому что мы любим, да, мы вложили себя. Мы любим себя, и мы вложили себя, и это становится уже наше. И так проявляется любовь. И то же самое в отношениях мужа и жены. Что если женщина не вложит в эту любовь ничего, он всегда инициатор, он приходит в любой момент, он может тебе подойти, типа, пошли. А тебе вообще сейчас не до этого совершенно. И ты ничего подобного не хочешь. А у тебя целая подготовка, ты думаешь, ты готовишься, ты расслабляешься, у тебя есть момент отдохнуть и вообще отойти от этой жизни, да, настроиться на то, чтобы получить. Чтобы получить, надо настроиться. Получить очень трудно. Дать, ты пробудился, ты решил дать подарок, это ты пришел и дал. И ты счастливый. Потому что когда мы даем, мы гораздо более счастливы, чем когда мы получаем. А чтобы человек получил и был счастливый, вот это вот мудрость. Вот это вот нелегко. Дать так, чтобы человек был счастлив от того, что вы дали. И для этого Всевышний нам так сделал, он подарил нам этот подарок, чтобы мы с вами начали это отношение, мы вложили бы в это, и когда мы вкладываем, и стараемся, и готовимся, и делаем это для мужа нашего, то потом, когда он к нам подходит, мы готовы. Мы готовы принять его любовь, мы готовы получить наслаждение, мы готовы, мы в состоянии уже расслабления, предвкушения, мы настроены морально, мы полностью готовы для этого. И поэтому, когда один момент, когда мы переключаемся, и мы начинаем зацикливаться не на тех вещах в процесс подготовки, миквы, то мы портим весь подарок, который Всевышний нам подарил. А если мы начинаем концентрироваться, потому что там много всяких деталей, мы, да, должны выполнить эту мицву. И там много всяких деталей, которые делают эту мицву не одну из самых легких, скажем так, да. Но если мы начинаем стрессовать по этому поводу, и вот в этом и наша главная цель. И мы берем на себя такую ответственность, что мы все можем сделать в совершенстве. И от этого весь стресс. Стресс у человека только потому, что он чувствует, что он ответственный и обязанный сделать все в совершенстве и не полагается на Всевышнего. И тогда он убивает всю подготовку, и тогда понятно, что она приходит домой, и она совершенно не готова ни к чему, она только наоборот. Еще в большем стрессе, еще более нервная, чем была до этого. И не в этом была вся цель. И люди этого не понимают, потому что, изучая халуха, надо очень концентрироваться и объяснять людям, каким образом мы служим Всевышнему, как мы халухи выполняем. Мы делаем максимум, что мы можем. Мы должны выучить. Это то, что мы можем. И мы должны постараться сделать так, чтобы мы все сделали. Если человек чувствует, что он забывает, можно сделать чек-лист, чтобы проверять себя, и тогда вообще не нужно никак стрессоваться. Так ты стрессуешься, потому что ты должен держать это в памяти. А так у тебя все на бумажке. Ты просто прочел и посмотрел. Это сделал, а это еще не сделал. Нету никакой проблемы для стресса, вообще совершенно. И самое главное при всем этом, полагаться на Всевышнего, говорит, Всевышний, помоги мне. И когда ты говоришь, Всевышний, помоги мне, он тебе напомнит всегда. У меня было это сколько раз, когда я просила помощи Всевышнего, Всевышний мне напоминал,
когда уже мамаш выходила вот в микву окунаться, вдруг вспоминала какие-то моменты, которые я бы в жизни бы не вспомнила, если бы Всевышний мне не помог. И Всевышний с нами, он выполняет эту митцу с нами. И поэтому, если вот так мы делаем, что мы говорим, я сделаю все, что я должна сделать, но Всевышний, ты мне помоги, и все, и мы убираем этот вес с наших плеч. Всевышний, ты помоги, напомни, что если я забыла. Потому что желание у нас сделать это в самом лучшем варианте. На деле, как это получается, мы люди ограниченные, и это получается, как это получается. И мы просим Всевышнего, чтобы он помог, и чтобы все важное, что мы должны вспомнить, мы вспомнили и сделали. Нету никакой причины стрессовать. Сразу стресс уйдет. Вы переложили ответственность на плечи Хашема. Он ответственен за вашу память, за все остальные дела. И это совсем не убирает ответственность от нас, на самом деле. А именно тогда вот мы и проявляем нашу ответственность. И вот тогда мы действительно можем расслабиться и быть готовыми получить эту любовь от мужа. И точно так же Хашем сказал еврейскому народу: «Я сейчас вам хочу раскрыть свою сущностную любовь. Для этого вы вначале постарайтесь для меня». И выбрал две заповеди. Две заповеди, которые отличаются от всех остальных. Почему именно эти две? Обрезание и пасхальная жертва. Потому что эти две заповеди тоже раскрывают веру еврея, которая совершенно выше разума. Если они хотят получить любовь Всевышнего, которая выше разума, такая любовь, которая говорит: мне не важно, что вы делаете, я просто тебя люблю, и мне не важно, что вы даже сейчас поклоняетесь идолам. Если мы хотим такую любовь получить от Всевышнего, то мы вначале должны показать ему такую веру во Всевышнего, которая выше разума и логики. И поэтому Всевышний говорит обрезание, потому что обрезание, мы знаем, это связь со Всевышним, которая выше разума и логики. Мы знаем, что обрезание человек должен делать в митцву обрезания, когда ребенку на восьмой день... Could you stop please open the door? No, it's so noisy. А что митцва обрезания на восьмой день, почему? Мы связываемся со Всевышним в тот в момент, когда ребенок еще ничего не соображает и не понимает. Потому что связь со Всевышним у нас должна быть основана не на понимании, а именно на выше понимания. Связь со Всевышним, которая выше всякой логики и разума. И это бриз. А вторая заповедь – пасхальная жертва. Мы знаем, мы как раз про это наговорили на Фарбрендене, что это когда Всевышний потребовал от евреев принести идолы египетского в жертву ему. Это был большой мессирус нафиш. Они это смогли сделать только потому, что они поверили, что Всевышний их освободит. Если бы у них не было этой веры во Всевышнего, это было совершенно невероятно взять и зарезать жертву Египта. Это все равно, что вот, не знаю, вот все символ Америки, это статуя свободы, да? И если в данный момент нам вдруг пришли и сказали бы, возьмите и сломайте эту статую, как мы могли посметь? И у нас Америка не наши рабовладельцы, да? И они не издеваются над нами, как египтяне издевались над нами, когда евреи были их рабы. Вы знаете, что значит быть рабом? Ты вообще в власти этого человека. И мы с вами не смогли бы пойти и ломать статую свободы, потому что как же, это же символ Америки, это значит, что ты идешь против Америки. Это ужасная вещь, преступление. То представьте, как надо было, я не говорю, что это не идол американский, это просто пример, что когда что-то такое есть святое, дорогое для страны, ты живешь в этой стране, ты не пойдешь это рубить. А тут евреи берут, жертву египетскую и говорят, что мы ее зарежем и принесем жертву Всевышнему, что нас не волнует то, что свято для вас. Нам Всевышний сказал сделать, и мы это сделаем. Откуда у них было это? Где они взяли эти гадс? Где они взяли такую храбрость, чтобы так поступить? Они смогли раскрыть в своей душе веру во Всевышнего. Вера, которая выше разума совершенно. И поскольку они раскрыли эту веру выше разума, это позволило Всевышнему раскрыть любовь, которая не имела никаких ограничений, которая была тоже выше разума. Поэтому вот так вот Всевышний дает нам работу. Работу... это совершенно маленькая работа по сравнению с тем, что Всевышний в ответ нам дает за эту работу. Но дает нам эту работу, чтобы мы сделали немножко что-то наподобие того, что мы хотим получить от Всевышнего. И тогда мы, только тогда мы становимся сосудами для того, чтобы принять эту любовь. И поэтому теперь понятно, что Всевышний сказал. Он сказал взять эту кровь и помазать ею двери у дома. Это не просто непонятно какой знак для ангела, как мы представляем. Вот ангел видит: ой, здесь есть кровь, я здесь не работаю.
Переходим в другой дом. Ой, здесь нет крови. Окей, значит, я здесь могу разойтись. Нет, это не так. Это заслуга должна была быть у нас. Мы должны были стать сосудами для любви Всевышнего. И эта пасхальная кровь, пасхального ягненка, это была наша работа. Нам было это очень трудно сделать. И мы это сделали только потому, что мы поверили во Всевышнего. И мы поверили во Всевышнего, и Всевышний тогда смог нас спасти. Так это не было, что кровь была, а то, что... Это да, было. Но я тебе просто говорю, это не так, как мы представляем, чтобы ангел... Ангел — это духовное существо. Ему не нужно ничего видеть, чтобы различить, в чем разница между еврейским домом и нееврейским домом. Это было на духовном уровне. Это было больше не для ангела, а для нас. Мы должны были стать сосудами для того, чтобы Всевышний нас освободил. То есть это, в принципе, работает так. Вот как вы хотите спасти человека, очень трудно спасти человека. Вот буквально, как мы говорили, вытащить кого-то даже на фарбрендинг. Потом, когда ты их вытаскиваешь, они говорят: ой, спасибо, почему раньше не вытащили? Почему раньше, да? Я вам говорю, это будет комплейн, когда придет Машиах, и все те женщины, которых нам не удалось с вами вытащить на фарбрендинг, они к нам придут жаловаться и говорить, что как это вы такое делали, вы имели такой фан в голосе. А в последние минуты знания мы страдали, а вы имели такой фан, у вас уже не было голоса, у вас была геула. А в какие-то моменты. И вы нас нет, они вытащили? Они будут нам, к нам предъявлять претензии, я вам гарантирую это. So I have a question. So those that were brave enough to shed the sheep and put the thing on and do bris, они удостоили, чтобы их спасли. А те, которые все, were все евреи это сделали. А так все это сделали? Так кто остался там? Там же много умерло тоже. Это было другое, это во время казни темноты. Это было по другой причине, они не хотели выходить из Египта. Они умерли, потому что остались, и они сделали это выше? Да. Они раскрыли свою такую веру неограниченную, что их можно было спасти. И то же самое, как человек в рабстве, да, у него проблемы, не знаю, в семье, на работе, босс какой-то абьюзный, который издевается, и вы хотите помочь этому человеку, вы говорите, вот сделай то и сделай это, а он не делает. Почему? Потому что не просто так спасти человека. Если он не в состоянии, если он не сосуд для спасения, вы не можете его просто так спасти. Это непонятно, как это так. Просто возьмите, человек тонет в воде, и вы хотите его спасти. Если вы неопытный спасатель, а вы вместе потонете с этим человеком, потому что он не дается вас спасти, он, наоборот, мешает и топит вас вместе с собой. А не так просто спасти. И Всевышний хочет спасти еврейский народ. Чтобы можно было нас спасти, мы должны были что-то сделать, мы должны были сами немножко выйти из этого изгнания. А потом Всевышний нас уже вытащит. Полностью мы выкарабкаться не можем. Но что-то в этом направлении сделать мы, да, можем. И что мы можем сделать в этом направлении? Показать вот эту свою храбрость. И представьте, тогда была большая свобода, когда еврей смог. Это моральное рабство, которое они побороли. Когда еврей смог сказать своему рабовладельцу, что «а мне плевать на твою овцу, которую ты поклоняешься, я ее зарежу». Сделав это... Что совершенно нелогично и не имеет смысла. Они сделали, потому что верят в Хашема. Вот тогда Хашем сказал: вот теперь я вас спасаю. Вот теперь я могу показать, любил он нас и без этого. Вы понимаете разницу? Что Всевышний всегда любит нас. Даже когда мы не проявляем храбрость. И мы Сирус Нефеш. Любит он нас, любит, но показать он это не может. Потому что не работает, не помогает. Посмотрите на ваших тинейджеров, вы поймете, что значит вы любите, и вы не можете показать любовь. Вы любите этого ребенка, вы хотите его обнять, поцеловать, вы хотите ему хорошее слово сказать. Все воспринимается ужасно. Они только еще больше злятся, бесятся и еще больше не хотят с вами общаться. Понимаешь теперь это, да? Вот это вот Всевышнего такая проблема с нами тоже. Он хочет показать свою любовь, но мы не воспринимаем эту любовь и не воспримем, пока мы сами что-то для этой любви не сделаем. А когда наши тинейджеры смогут воспринять нашу любовь? Когда они что-то сделали для нас, постарались, вспомнили про anniversary, вспомнили про день рождения или сделали какой-то завтрак. И в этот момент вы хотите их обнять, сказать хорошее слово. They gonna take it. Ну да, конечно. They will.
потому что они уже настроились на любовь, вы понимаете? Человек, чтобы принять любовь, он должен настроиться на любовь. Они уже настроились на любовь, и вы можете тогда им ее дать. А если они не настроились на любовь, попробуйте дайте им. В этом достоинство маленьких детей, они всегда готовы на любовь. Поэтому так с ними легко. С ними тяжело, потому что они не умеют жить на свете. Непредсказуемо. Они не умеют жить на свете просто. Они не знают, как жить, и это очень тяжело с ними быть. Это такой у вас в доме хаос во всех отношениях. Но насчет любви it's amazing. Они всегда готовы на любовь. А потом... Носочки снимают специально, чтобы я его надела. А потом они вдруг превращаются в тинейджерс, у них происходит какой-то переломный момент. Они разочаровываются во всем мире, в себе. Попробуйте дать им любовь. Говорите, любите их. Ты хочешь их любить, только как? Ты не знаешь как, потому что они не сосуды. Это не в нас дело, вы понимаете? Не бейте себя и не вините себя. Вы должны понимать, это у них происходит такой тяжелый момент в жизни, что они не сосуды для любви. И поэтому, если вы чувствуете, что вы не можете дать им любовь, то попробуйте тогда вдохновить их помочь вам в чем-то. И вот тогда, когда они помогут, вы можете дать им любовь. Они станут сразу сосудом для этой любви. И это то, что Всевышний сделал. Да. Да, и это то, что они сразу тогда чувствуют себя хорошими. Они сразу себя начинают любить. Они понимают, что они сделали хорошую вещь. И тогда вы можете им сказать хорошее слово и обнять, и поцеловать, и они примут это. И это то, что Всевышний сделал для нас. Он нам сказал, что сделайте мне одолжение, сделайте для меня это, сделайте обрезание, принесите пасхальную жертву. И как только мы это сделали, сколько пошло любви от Хашема. Он казнил всех первенцев. И спас весь еврейский народ, и вывел нас из Египта, когда один раб не мог выйти оттуда. 600 тысяч только мужчин молодых вышло, не считая женщин и детей. Миллионы людей вышли из Египта, когда один человек не мог убежать оттуда. Это была невероятная вещь. Вот какую любовь Всевышний показал. Но чтобы это произошло, надо было маленькое действие с нашей стороны. И вот это вот полночь. Мы с чего начали. Какой здесь вина от нас хотелось? Показать, раскрыть в себе веру. Веру так, чтобы она подействовала на наши конкретные действия. Сделать что-то такое, что совершенно нелогичное. Вот как в тот конкретный момент тогда для них это было, да, обрезание и пасхальная жертва. Совершенно нелогично, выше разума. Поступить как-то, что доказывает, что ты веришь во Всевышнего, поэтому это делаешь. Больше нету никаких других объяснений логических, почему ты это делаешь. Все остальное не имеет смысла. Вот это вызывает у Всевышнего, дает ему возможность раскрыть свою неограниченную любовь к нам. И вот это вот полночь. Полночь, не просто так, это казнь первенцев должна была быть в полночь. В полночь, когда мы сказали, происходит соединение Гуры и Хесед. А соединить Гуру и Хесед невозможно. Единственное, каким образом может произойти это соединение, если сам Всевышний это соединит. Поэтому вот этот момент, когда происходит соединение Гуры и Хеседа, это момент, это секунда, когда раскрывается Всевышний, чтобы соединить эти две половинки ночи. И когда раскрывается сам Всевышний, то происходит вот такие необыкновенные чудеса. То есть во всех сказках гойских, русские сказки, например, да, и в других народах там все очень похоже на самом деле. Когда они говорят, что вот только пережить полночь, потому что для них полночь это страшный момент. И вы теперь понимаете, почему. Потому что в полночь раскрывается Всевышний, который выше всякой логики и разума. С этого уровня Всевышний говорит, что мне не важно, как плохо евреи себя ведут, а я буду наказывать тех, которые мучают евреев. И поэтому для гоев это страшный момент полночи. Для нас полночь, guys. Это классный момент. Вот посмотрите, для гоев 13 число несчастливое число. Для нас оно самое счастливое. Это 13 качеств милосердия Всевышнего. Когда Всевышний показывает нам милосердие, это несчастное число для гоев. Когда Всевышний нас спасает в полночь, это несчастный момент для неевреев. Но для нас это самый классный момент, поэтому мы любим полночь.
И Золушка в полночь в тыкву это, назад превращается в свою Золушку. Потому что для нее полночь это... Всевышний, в принципе, на самом деле, Всевышний дает гоям такую возможность. Они в состоянии подняться все время, и ночью, и днем. А вот в полночь раскрывается сам Хашем, и тогда работает милосердие на еврейский народ. И вот этот момент для них нежелательный, для нас самый любимый. Так вот, в итоге Рэби дает указание нам из всего этого, что мы знаем, как в дни выхода вашего из Египта Всевышний говорит: покажу я вам чудеса, что будущее освобождение, оно будет подобие освобождения из Египта. А точно так же, как выход из Египта был заслугу иммуны, веры, евреи показали свою необыкновенную веру во Всевышнего и сделали вещи, которые невозможно было от них ожидать, они сделали, потому что они верили. А точно так же и наша Геула наступит. И они не просто верили, но говорится, что они смогли спустить эту веру на уровень разума, эмоций, и в конце концов дошло до действия. Вот это необыкновенная совершенно вещь. И точно так же наше освобождение придет. То есть мы сейчас с вами буквально у порога Геулы. Мы заканчиваем голос и должны войти в Геулу. Как нам пройти через этот момент, как нам прорваться, вырваться из этого голоса и таки войти в Геулу? Это благодаря тому, что мы с вами тоже раскроем веру во Всевышнего. А теперь вопрос. Внимание, вопрос. Каким же образом нам раскрыть веру во Всевышнего, чтобы вера была такая сильная, чтобы мы не просто верили, но это привело к конкретным действиям? Что ты веришь, да, есть Бог. Вор верит, что есть Бог. Он идет, крадет и просит: Всевышний, помоги, чтобы меня не словили. Он идет, нарушает волю Всевышнего и верит в него. Не про такую веру мы говорим. Мы говорим про веру, которая может спуститься на уровень разума, сердца, эмоций, действий так, что мы начинаем по-другому действовать, мы делать другие вещи, потому что мы верим, что Всевышний здесь, и Он смотрит на меня, и как бы мне не хотелось этого сделать, я не сделаю, как бы не имело смысла это сделать, я все равно это не сделаю, потому что я верю во Всевышнего. Где же нам взять так, как нам, то есть вера у нас есть, точно так же, как и любовь Всевышнего есть. Проблема в чем? Проблема раскрыть, как Всевышнему раскрыть свою любовь нам, как, так и нам раскрыть свою веру, которая у нас есть. Каким образом вера раскрывается? Через изучение Хасидус. И вот это вот наше указание сегодняшней сихи. Только благодаря тому, что мы учим Хасидус. И не просто учим Хасидус, а учим Хасидус так, что мы понимаем. Это должно спуститься на уровень разума понимания. Это должно спуститься на уровень Хохма Бина Дас, Хасидус Хабад. Когда это спускается на уровень разума, вместе с этим пониманием наша вера спускается на уровень разума, действия. И в конце концов мы в состоянии изменить природу своего характера. И это благодаря изучению Хасидуса. И понятно, что раскрывая такую веру в своей душе, так что это приводит нас к конкретным действиям, мы в конце концов приведем короля Машиаха, Бекоров Мамаш, очень скоро. Наши дни. Хиаднейну, Марейну, Рабейну. Малаха, Машех, Ламовой. Спасибо большое за внимание. Хорошего дня.